В Республике Крым в Российской Федерации проходят профилактические мероприятия «Пристегни ребенка и пристегни сам». Сотрудники госавтоинспекции города Керчи несут службу вблизи детских садов и школьных учреждений. Останавливая транспортные средства, они выявляют нарушения водителями перевозку пассажиров. Перевозка осуществляется до 7 лет в детских креслах, ремень безопасности и специальное удерживающее устройство. От 7 лет до 12 лет ремень безопасности, специальное удерживающее устройство или брусор. Да. Пристегнут у меня. Что делать? Ну что, ходим? Можно дверь открыть? Да. Знаете, что до 12 лет надо иметь первую. Здрасте.